Вот уже 16 лет, как в Абхазии проводится международный шахматный турнир «Абхазия Open», в котором принимают участие лучшие шахматисты из разных регионов Российской Федерации и, конечно же, Абхазии. Турнир стал хорошей площадкой для подготовки абхазских спортсменов, занимающихся этим интеллектуальным видом спорта, и открыл им большие возможности. В рамках международного фестиваля «Абхазия Open» шахматные турниры проходят в Гудауте, Гагре и Сухуме. Сегодня в столице состоялось открытие турнира «Сухум Open», который объединил свыше 100 участников. Юные шахматисты повышают свое мастерство. Для них очень важно встретиться с сильными, опытными российскими, перенимать у них опыт. Любой фестиваль, который проходит в Абхазии, для курортной страны это имиджевое мероприятие. На открытии турнира «Сухум Open» состоялось награждение победителя шахматного турнира «Гудаута Open», который завершился 31 июля. Среди победителей юная шахматистка Карапетян Николь. Я играю в шахматы 4 года. И меня к этому привел мой дедушка. Надо просто защищать своего короля и надо атаковать чужого черного короля. Как только турнир был объявлен открытым, ее участники сразу же принялись за игру. Дауд Ласба играет в шахматы уже 3 года. Он признается, что интеллектуальная игра помогает ему в учебе. Он также добавил, что для того, чтобы одолеть своего соперника, необходимо быть очень внимательным. Я не ходил в шахматный клуб, меня дядя захотел тренировать. Мы начали тренироваться где-то с 8 лет, и мы уже тренируемся достаточно долго. И у меня уже есть несколько наград. Шахматам, например, в школьной работе помогает при математике. Когда ты занимаешься, здесь математика, она только тебе помогает, и шахматы тоже. Они же там надо все рассчитывать и считать каждый ход. Ежегодно этот самый интеллектуальный вид спорта привлекает все больше участников. Мастер спорта по шахматам из Тамбова Игорь Урюпин уже 4-й год принимает участие в шахматном турнире в Абхазии. По его словам, значимость подобных турниров переоценить сложно. Это не только соревнования, это и новые знакомства и обмен опытом. Молодежь, как и везде, становится больше и больше. И в Москве все больше встречаешь участников ваших местных, которые играют там в Москва Опен и прочих международных турниров, все удачнее и удачнее. То есть прогресс у вас налицо. Шахматный турнир «Сухум Опен» проводится по правилам ФИДЕ, швейцарской системе в 9 туров и компьютерной жеребьевке. В рамках турнира «Сухум Опен» проводится 3 соревнования. 3 турнира. Турнир А, турнир Б и турнир С. В турнире С участвуют дети до 8 лет. В турнире Б участвуют дети возрастной категории до 12 лет. И в турнире А участвуют участники без ограничения в возрасте. Соревнования проводим по швейцарской системе. У того, у кого одинаковые очки, они встречаются между собой в следующем туре. Шахматный турнир «Сухум Опен» завершится 10 августа. Затем стартует «Гагра Опен». Аля Катрап, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.